Впечатляющий уровень автоматизации современной технологической оснащенности, усовершенствованное видеонаблюдение, системы контроля доступа, интерактивные ситуативные тренажеры для сотрудников и кинологическая служба. Все это Ленинский и Московский города Бреста, отделы Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. У сотрудников этого ведомства работы много и всегда нужно быть начеку. И так на протяжении 45 лет. Сегодня в торжественной установке мы отмечаем 45-летие со дня образования двух подразделений Департамента охраны. Это Ленинский и Московский отдел охраны. Конечно же, 45 лет – это миг в истории, но довольно протяженный, тернистый путь в развитии подразделений. За свои 45 лет существования Ленинский и Московский отдел охраны посвятил увеличению количества охраняемых объектов, объектов жизнеобеспечения государства, критически важных объектов, учреждений образования, что повело, конечно же, к увеличению штатной численности. Все время он совершенствует свою материальную базу, техническое оснащение и на очень высоком уровне сегодня исполняет обязанности по обеспечению общественного порядка и имущественной безопасности наших граждан. Юбилейная дата – это отличный повод для встречи с коллегами, ветеранами и близкими. Ведь в такой торжественный момент всегда приятно вспомнить, с чего все начиналось. Если вспоминать свои годы, немножко так про охрану, конечно, охрана развивается, и скажу, даже быстрыми темпами, потому что когда я начинал, у нас было две машины, было всего лишь на город Брест, Ленинского района, два маршрута, вот, ездили мы тогда, реагировали на сигналы тревоги на мотоциклах, в основном в летнее время. День рождения приятно не только получать, но и дарить подарки, особенно когда они заслужены. Награды, грамоты и благодарности под аплодисменты коллег были вручены лучшим сотрудникам Департамента охраны, а также представителям ведомств, содействующих работе подразделений. Честно, я удивлен, даже не предупреждали о том, что будет сегодня, буду награжден их, скажем, профессиональным знаком, поэтому очень это почетный, приятный день, потому что мы очень много взаимодействуем, не только связаны, как я говорил, с учреждением образования, но и в том числе и с субъектами хозяйственными Московского района города Бреста, потому что тоже благодаря их работе это обеспечивается, и, скажем, надежность, и это гарантия дальнейшего развития, в том числе и нашего города и страны. Служба Департамента охраны я начал с 2006 года. По распределению попал на должность электромонтера охраны пожарной сигнализации. И затем в дальнейшем, так как все-таки, скажем так, была мечта детства стать сотрудником органов внутренних дел, постепенно шел к этому. Шел, предложили должность инспектора-инженера отделения средств систем охраны Малорицкого отделения охраны. Работал в Малорите какое-то время, затем был переведен на новое место службы в Московский города Бреста отдел охраны, в котором работаю с 2012 года. Скажем так, ну, естественно, эмоции переполняют, награды, как говорится, всегда приятно получать, поэтому доволен, весел. Готов к новым свершениям. Ну а дальше всех гостей торжества ждали праздничный концерт и приятные слова благодарности за образцовую службу на любимой работе и охрану спокойствия брестчан. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Ремонтович, Новости Бреста.